Дорогие друзья, меня зовут Ольга Титкина. Я практический психолог, арт-терапевт. Я посвящаю свой отзыв тому, чтобы каждый человек, который ищет знания, стремится к знанию, в самый нужный момент получал то, что для него нужно. Идя на курс Елены «Мотивация», я думала, что получу пинок. Ага, ошиблась, провокация. Хватаю знания, как воздуха глоток. Теперь я понимаю, стимуляция мне, как животным, не нужна. А эффективна только самомотивация, и ставить цели я сама себе должна. Еленушка, я вам признательна за вдохновение, восторг, огонь в глазах. Все знания я усвою обязательно, и посвящение применяю я в своих делах. Дорогие друзья, я рекомендую вам пройти этот курс. Он необыкновенный курс, который полностью меняет мышление. Курс, после которого вы станете другим человеком, осознанным человеком. На курсе вы узнаете о ложных мотивациях, которые вас заваливают. Узнаете о вторичных выгодах низкой мотивации. Поймете, как завершать начатые дела. Научитесь правильно понимать свои возможности. Узнаете большое количество действительно работающих инструментов. И получите лени-вакцинацию. Еще много-много интересного ждет на курсе «Мотивационная провокация». Выражаю искреннюю признательность Елене Тарариной, Татьяне Ярко, Елене Касьяненко, Дмитрию Бодрову, Татьяне Курганской, Алене Щербюк, Инне Мартынюк и Лине Бесчастной. Вы люди, которые несут мир свет и сердечные знания. Люди в одном пространстве, с которыми хочется расти.